Новый остановочный павильон устанавливают в микрорайоне Моргородок. Над одной такой конструкцией рабочие трудятся около 5 дней. Собирают каркас, устанавливают стекла, ставят скамейки и урны. Для того, чтобы привезти материал, используют специальную технику. Всего специалисты планируют поставить 10 таких объектов в разных частях Магадана. Уже установлено на улице Ленина, она в центре установлена. Еще планируется установить здесь, на Моргородке, замена будет остановок еще одна. Также будут 2 на Пролетарской установлены и еще в других районах, на Берзина там будут установлены. Жители Моргородка неоднократно жаловались на отсутствие остановки в районе. По словам магаданцев, от непогоды приходилось прятаться за торец уже не действующего павильона. А в этом районе часто дует ледяной ветер, из-за чего ждать транспорт часто оказывается непросто, отмечают жильцы. Поэтому павильон определенно нужен. Да ну как справлялись? Посадка это посадка, а то, что какой-то сильный ветер, стоять негде. Вечно прятались вот здесь вот за ларек. Ну, слава богу, что додумались поставить. Нет, хороший претензий нет. Конечно, довольны. И мы уже думали, хоть такая была бы, да хоть где-то укрыться. И сейчас поставят, будем укрываться от снега, от дождя, от ветра. Новые павильоны приобрели за счет средств городского бюджета в рамках реализации целевой программы «Совершенствование транспортного обслуживания населения». В 2021-2025 годах планируют приобрести и установить еще 18 конструкций.